Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Мистер Хоббс Плейхаус, ну или Кролик-убийца, как мы с тобой его назвали. Йоу, чуть ты сразу тут так. А мы с тобой в прошлой серии остановились на том, что нам нужно найти все кассеты. Мы с тобой должны найти все кассеты. А! Мне так понравилось, что вам эта игра понравилась, потому что она реально очень классная. Она реально очень классная, мне она доставила. Я все еще хожу как какой-то рептилоид. Я все еще хожу как динозаврик. Смотри, я забыл, как называют этих рапторы. Маленькие такие эти динозаврики. Ладно, пошли. Нет, подожди, он же меня сейчас увидит, да? Он сейчас сюда пойдет. Да! Хе, паскудина. Он там ждет. Слышь, за угол. Лянь! Я видел тебя, слышь! Упырюган. Спалился. Ладно. Он прошел мимо. Погнали. Насрать! Я просто пробегал, как жирный бегемотик, знаешь, на все наступая. Наплевать, все нормально. Я знаю, Биг Брейн. Биг Брейн Андрей, смотри. Оп! Он пошел сюда. А я обошел. Я ему даже покажу, смотри, где я. Тупо издеваюсь над монстром. Бедный монстр. Гноблю его, как могу. Так, подожди, а здесь кассета, да, наверное? Ты понимаешь меня? Что ты боишься? Стоит там, за углом. Он меня так видит? Какие у него руки странные. Чё это он только стартанул? Он же ушел от меня. Так, ладно. Биг Брейн Андрей делает движение. Смотри, рвем его сюда. Он идет туда, мы ждем. Упырь. Упырь, он не такой глупый, как я думал. Ты видел? Он догадался, он подумал своими кроличьими мозгами, вот этими вот своими остатками, вот этими вот мелепипическими, что я там. Я устал, но не зассал. Так вот, он, короче, понял, где я, и тупо мимо меня прошел, понимаешь? Мимо меня прошел, остановился в нужном месте и подождал. Так, подожди, а нам сюда надо? Мы тут кассету находили, я не помню. По-моему, нет, по-моему, мы не находили здесь кассету, нам нужно найти кассету. А, это самый сыкотный момент. Да блин, хватит. Кемпедрист вонючий. Да, посмотри. Рыгает еще тут. Хорошо, он мимо пошел. Прекрасно, отлично. Так, сейчас, если он туда пойдет, то хорошо. Я могу его призвать сюда. Он пошел туда. Все хорошо. Так, кто елочку не накрасил, алло? Мистер Хоббс, ну-ка, Хоббсы, почини. В смысле, здесь ничего нету? Вы издеваетесь, да? Вы издеваетесь. Вы просто издеваетесь. Здесь же должно было быть что-то. Я аж поприсаживаюсь. По-моему, меня услышал. Все хорошо, все хорошо. Блин, а ведь туда его никак не призвать. Он сам пойдет. Мама. Мама, тебе надо позвать врачу. Так, здесь ничего нет. Он, кстати, сюда прибежал. Аккуратненькому, аккуратненько. Там, кстати, сандарина, по-моему, нарисована. Я не знаю, везде уже сандарин вижу. Тихо, собрались. Запись идет, запись идет. А что я туплю? Нет, я не буду так делать. Ага, кассеточка, хорошо. Сентябрь 14-го. Жена и я остановились, чтобы посмотреть Эшера сегодня снова. Место было грязным. Я не уверен, как это было бы так плохо настолько быстро. Типа, настолько быстро все бы заговнялось. Она явно не видела мою хату. Я когда снимал эту хату, я говорил хозяевам, типа, я люблю сохранять порядок. Да, да, я люблю, жаль, не получается. Эшер не выглядит хорошо и не может содержать себя в чистоте. Это выглядит так, будто она вообще не понимает нас. Ее поход к доктору завтра. Женка волнуется о том, что, возможно, ей придется идти в поликлинику, ну, в больницу навсегда. Я продолжу документировать все. Я надеюсь, Руби не будет должен увидеть ее в таком состоянии. Это бабушка. Разговор про бабушку. Эшер — это бабушка. Ей плохо, и бабушка, короче, чувствует себя не очень хорошо. А где он? Я не понял, куда монстр ушел? Куда монстр ушел? Подожди. Ты слышишь, его нету? Он же всегда ходил возле меня. Только не говорите, что он сейчас тупо выскочит откуда-нибудь. Где он?
Нет, что стену ломаешь, ублюдок? Сука, перестройщик драный. Теперь там что-то есть? Оно же должно быть что-то здесь. Ладно, давай пройдемся дальше. Я просто не знаю, в какой еще комнате что-то может быть. Мы же все везде посмотрели. Нам еще 4 нужно найти. А вдруг он сейчас стены может ломать теперь? Нет, не может, по-моему. Насрать! Я все боюсь, что он может стену проломить. Просто стену проломить там, где он меня увидит. Так, здесь я, по-моему, был, да? Может быть, здесь какая-то кассета? Здесь меня, по-моему, не было. Как вообще сюда забрался? Дверь закрыта. Мне нужно найти еще где-то 4 кассеты. Но 4 кассет я не знаю, где вообще искать. Все места мы вроде бы посмотрели, да, нет? Да, нет, наверное. Тихо. Давай пойдем смотреть. Я не знаю, где еще кассет найти. Я не знаю, ты знаешь? Я не знаю, у меня как-то даже идей нету. Опа. Ганстер. Что вот это такое? Есть рука, не теребонькается. Почему? Что за обманочка? Я не знаю, я его пимацию должен. А, я мацаю под матрасом. Буквально. Но там ничего не нахожу. Отстойно. Ладно, пойдем дальше, пройдем. А. То есть они появляются на тех местах, где их не было. Потому что этой не было там. Ты помнишь? Ты помнишь? Этой не было там. Сентябрь 15-го. В момент, когда я это записываю, Эшер в госпитале. Ее соседи вызвали полицию в ранние часы утра, потому что они слышали ее кричащий. Она будет в госпитале еще несколько дней. Мы сказали Руби, что она просто упала, и все в порядке. Мы ждем ее диагноза. Что, она кроликом стала? Она долбанулась, стала сумасшедшей фурией и начала нападать на людей? Да, это был бы сюжет, который я бы поверил. Ну, потому что кролик же откуда-то появился. Блях, вот как он появился внезапно? Вот это вот пробил стену? Это вообще обосраться. Так, а мне сюда надо? Куда мне надо? Давай пройдем дальше. У него глаза теперь в крови. Раньше у него глаза в крови не были. Он потихоньку меняется. Я тебе говорю, бабка Эшер в кролике. Я не знаю как, но она как-то в кролика попала. Блин, а как я его буду сюда вот выводить? Он там стоит. Он, видишь? Прям здесь ходит. Вот я сейчас выйду, он меня поймает. Та-ха-ха! Я могу пробежать дальше, я знаю. Вот я могу туда пойти. Угу. Смекал очка. Сентябрь 17-го. Мы позвали Руби в госпиталь, чтобы увидеть Нану. Кто такая Нана, мы все забыли. Это странная женщина, нам всем плевать. Эшер сегодня сделала игрушку для Руби. А, Руби это я. Я Руби. Под именем Мистер Хоп. Маленький кролик. Эшер всегда делала... А, всегда сама вязала свои игрушки и одежду. Руби была добра и радостна. Но я должен признаться, что эта игрушка выглядит как-то неприятно. Как мое отражение в зеркале. Вроде все нормально, но что-то как-то неприятно. Подожди, а какое сейчас число? Апрель 18. Ты слышишь звук? Алло, ку-ку! Ку-ку! А я прыгать могу! Я могу прыгать, да ладно! Ку-ку, слышь? Давай, я к тебе залезу, братан! Давай разберемся, как мужчина с мужчиной! Стоп, я даже, значит, должен прыгать где-то? Я где-то должен был прыгать? Не знаю. Ладно, пока что на этом, наверное, нет, не все. Так, ладно, он вернулся. Раз он вернулся, значит, все нормально. А прыжки ничего не меняют, да? Хорошо. Блин, по звукам что-то страшное происходит. Он здесь будет. Ага, хорошо. Может, запрыгнуть должен? На диванчик? Нет, не должен. Вот теперь точно это в той комнате, в которой мы были с тобою. В которой ничего не было. Мы нашли уже 4 из 6. У него еще больше кровь потекла, еще больше рот открылся. Он гниет. Он гниет с каждой кассетой. Я не знаю, как это работает, но это точно.
он буквально гниет. Ты можешь посмотреть на предыдущих моментах, у него кровь все больше и больше течет. Бляха, какая криповая игруха. Мне нравится. Обожаю эту игру. Обожаю эту игру. Ты можешь отсюда уйти или нет? Кемпедрис, блин, вонючий. Твои глаза плачут, потому что ты мудак. Да, я добрый парень. Сука, уйди. Уйди, уходи. Вот. Это знаешь, как преподаватель на контрольных или экзаменах, сука, постоянно вокруг себя ходит. Я не знаю, что ему там медом намазано или что-то интересное. Ты меня конкретно подсираешь? Подсиру, ну шастый, пошел вот. Я не понимать, что это было сейчас. Еще раз. Дятел. Вот ты дятел. Погнал. Ага. Может быть, мне сейчас к родителям, кстати, стоит пойти. Опасность. Так, хорошо. Э, в смысле? Ух ты, ёпта. Что за прожидалово? Он стал гораздо аккуратнее, видишь? Я, значит, должен его конкретно сюда позвать. Я должен его позвать, присесть. А чё ты здесь встал? А чё ты тут встал-то? Упырь! Так, ладно, давай сюда. И опять ждем. Он конкретно знает, где я. И сейчас обратно пойдет. Он конкретно знает, где я, и ждет именно там. И что мне делать? Как мне его обойти? Что, побежали? Нет, не ладно, не надо. Он ждет. Он ждет, видишь, он ждет. Он поджидает прямо возле выхода. Мне туда нельзя, мне туда не надо? Как это работает? Как это должно быть? Я должен как-то быстро его пробежать. Так, мама, папа, есть у вас кассета? Кассета есть? Слышу, есть, найду. Почему у вас нету кассеты? Она же нужна, она же должна. Ну а. Ладно, не важно. Я на всякий случай присяду. Так, хорошо, все хорошо. Статую не трогай. Так, он там. Он сейчас отсюда выйдет. Угу. Так, сейчас он пройдет чуть дальше, мы с тобой пробежим. Ждем. Солдафон, ты меня не подставишь. Хорошо, прекрасно, отлично. Хорошо, прекрасно, отлично. Так, стена. Возможно, я в стену должен залезть, кстати. Не должен? Нет? Ну ладно, как хочешь. Погнал сюда, отлично. Вот зеркала ничего нету. А, блин, я же сейчас вернусь обратно. Я ж вернусь на самый старт. Слендермен есть? Слендермен, а ты что здесь забыл? Высокий уровень недопонимания у меня сейчас наблюдается. А что он здесь забыл, серьезно? Это просто пасхалочка. Ну это просто пасхалочка. Забей, это просто пасхалка. Пасхалка. Ой. Big fucking brain. Сентябрь 19-го. Нам позвонили. Эшер умерла во сне. Доктора не смогли дать ей диагноза и сказали, что это было очень странно и внезапно. Нам нужно будет сказать Руби, когда она вернется домой со школы. Это не будет легко для кого-то из нас. То есть бабушка все же умерла. Я тебе говорю, бабушка каким-то образом телепортировалась в кролика. И кролик стал еще больше плачущим. Ладно, пойдем обнимемся с ним. И, наверное, на этом мы закончим сегодняшнюю серию. Кролик! Иди сюда! Я раскрою свои руки, чтобы обнять тебя, бабуся! У него, по-моему, даже скример, кстати говоря, меняется.
Да, у него меняется скример. Ладно, пока что на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Игрушка прямо офигенная. Я надеюсь, она на этом не закончится. Пока что на этом все. Всем пока. До скорого и удачи.